vorbește numai și numai în limba română și precum sunt respectate victorie! Victorie! Vreau să zic și câteva vorbe în engleză, o engleză proastă. Я винодел по специальности, вообще. Знаете ли, учитывая, что Молдова – это аграрное государство, то, конечно, больно. И очень большое число граждан заняты именно всегда в разное время были заняты. И только в основном сельским хозяйством, производством и так далее. Ну, мама в Италии, отец в Москве, и даже на Украине некоторые работают. А дети остаются с бабушками, с дедушками. А сколько самоубийств дети вешаются, что только не происходит здесь из-за того, что жизнь вообще стала какая-то ненормальной. Нету государства против, нету. Pentru fermier și pentru guvernare. Fermierii sunt ocupați acum. Eu știu cât de greu că după această secetă cumplită au rămas zilele... Уровень доверия сильно упал к нынешнему управлению. Причем это ощущается не только в городах, которые всегда были более социально активны. Мы измеряли этой весной протестный потенциал. К нашему удивлению, мы обнаружили, что в сельской местности а недовольство больше, нежели в городской местности. Я всем предлагаю, ребята, ну выходите из города. Я одних таких людей пригласил то же самое, да, сделали такую экскурсию, чтобы они выходили и видели, как живется в стране. Да, это Орхей, это район, это не город Орхей, да, это наш район. Один из хороших районов Молдовы, ну, хороших, ну, не самых бедных, скажем так. В этом районе находится и город Орхей, там, где избрали того, который является посредником в этом хищении века, хищении миллиарда, Шор, Илан Шор. Его как бы хотели закрыть, хотели арестовать. Он сделал декларацию, что если его закроют, если его арестуют, то он сделал декларацию, которая взорвет весь политический класс Молдовы. Мы сейчас заложники вот этих вот преступных формирований, которые захватило наше государство. Теле нечто. Через этот наш район. Видите, вот решением одного нашего суда здешнего отмывали 400 миллионов долларов, которые ушли в офшор. Поддержать. Если они украли миллиард, как мы, что мы должны обратно этот миллиард с нами будет? Их нужно что-то делать. Пенсии маленькие, зарплата маленькая, ну мы на что будем жить? Отсюда. Да, с этой стороны. А как много людей приезжали поддержать тоже протест? Из наших Чулуков там очень много людей. Я работаю на активнестах, на хлебзаводе, электриком. Ну, я еще кое-как обхожусь, если у меня есть работа своя, жена работает, чистомесом тоже там. А хозяйство а некоторые есть, что они работают только из долгов не выходят никогда. Ну, только на одних долгах живут. Получают деньги, отдают долги и опять. М-
Молдова самая бедная стала. Все убегают из Молдавии. Половина молдаван находится за границей. Почему мы не должны заработать нашу Молдавию, заработать тут как следует, чтобы открыли фабрики, заводы, и все такое. Мы же, у нас же могут ли, есть такие спонсоры. Ну, как вы спонсоры, думаете, смена политиков как-то влияет на эту ситуацию? Ну, должно повлиять. Должно. Я на стороне то, что делается вообще с Молдавией. Я на стороне. Вы думаете, что все-таки может, да, что-то измениться? Может. Только мир. Потому что войной никогда ничего не изменишь. Вы знаете, как я себя чувствовал? Я прекрасно себя чувствовал, когда узнал, что они приехали с утра, ночью, где-то в 7 часов утра, кажется, и привозили 8 или 10, не могу точно сказать, этих больших кастрюлей, голубцы, да. И не только голубцы, и очень много еды. Они, когда пришли на протест, они принесли очень много-много еды. Это люди из вашего? Из моего села. Я не знал об этом. Я не просил никого об этом. Они сами это делали. И люди так подумали, что надо помогать. Но не могут там сидеть или отстаивать права, которые должны по-настоящему быть. Мы жили как нормальные люди, как в Европе, так сказать. Я 5 лет назад была в Израиле, потому что уже не было возможности как бы тут реализовать свои, как дом построить или что-нибудь еще. Было очень трудно. Uh-huh. Я ушла. Дом остался муж с детьми, uh-huh. а я пошла делать деньги, и он дома сделал то, что мог. Uh-huh. А я там деньги зарабатывала. Вот uh-huh. пришла домой, хочу уже быть с детьми. Но вот ведь 5 лет уже прошло, и все на ноль. Все на ноль. Опять как бы идешь деньги к месяцу, чтобы деньги были для семьи, так сказать. Uh-huh. И очень трудно, очень трудно. Хочу наполнять его, потому что она сухая и течет. Когда виноград будем ставить, вот весь течет. А вы винодел? Конечно. Продаете, да, вино? Да, да. Да, а да. Где вы продаете его? Здесь. Здесь? Ну, здесь, потому что у меня хорошие, все приходят ко мне и покупают. А вы вообще про протесты что-то знаете? Конечно. Я слушали его и по радио, и по телевизору, и в воскресенье смотрели с 12 до 3. Я смотрел все, что было. Вы поддерживаете? Конечно. А вы думаете, если поменять одних политиков на других, что-то может поменяться? Не надо поменять, а надо и сжимать, шурубу треба закрутить. Чтобы они вернули все, что воровали. Да. Давно надо было. Но только когда 7 апреля было, тогда неверно работали. Не надо было ломать парламент. Не надо было ломать. Вот мой дом, если я ломаю, Владимир, тогда буду строить. Через 30 лет больше. Ломать не строить, да. Ага, виноград. Бери. Нет, я не могу, я у протестующих я не могу забрать. Нет, пробуй. А это вот то, что вы делаете, да? Да. Пробовать. Не-не-не, я
И где там неси. А еще и для колбасы есть. Не, протестующим нельзя. Вы работаете, живете и работаете в Италии, да? Да, уже 10 лет. Я работаю в одной фабрике. Вот. Он на стройке. И все так. У меня батя работал, вся жизнь работал. И сейчас он на пенсии 700 лет. Как он живет здесь 700 лет? Только за свет, за телефон, налоги, и уже не поместишься в эти 700 лет. Каждый день думаю вернуться домой, чтобы здесь работа была, чтобы я жил здесь, на моей земле. Но жить здесь просто... Я не могу просить у бати деньги на, скажем так, на сигареты или на хлеб. Или на... Мы как бы, и все мои друзья, которые в Италии есть, мы все смотрим все эти протесты, и мы рядом с ними. А вас, кстати, не штрафуют за разговор? Конечно, штрафуют. А-а-а. Но... Вы же юрист. Ну, я понимаю, но что мне делать, если все-таки мама? Я понимаю, что превыше всего закон, но... Ну, тут, видите, небольшой трафик, так что можно попробовать. Нет, вообще-то, никому остановиться. Ну, вы знаете, в последнее время меня полиция останавливает и ничего не делает. Вот, алло, мама? Я уверен, что это движение не может быть нерезультативным. Я уверен в этом, понимаете? Если бы я не был уверенным, я бы, наверное, остановился, не знаю, 3 мая, 7 июня, 6 сентября, 13 сентября. Да вы смотрите на людей, с которыми вы говорите, они все надеются на это. Им ничего не нужно. Им нужно, чтобы им правили настоящие политики, настоящие люди, которые желают добра этой страны и не заботятся только о себе и о своих семьях. Ти прінди лист номінал, а воно персоналітет капабілісти, так гарнітура гувернаментала. Назад амбіле, а тут альтернатива політик, кочі гарнітура ста гувернаментала, са фії базата пі трей принципі. Ну, по форум є стей роул, а че стей? Сигур, да єсти лідеру інконтестабіл, а че се întâmplă, тому що тату мене се інтересіазе де кестя аста. Деч лідеру інконтестабіл єсти популація deșteptată a Republicii Moldova. Vom face apel către popor și dacă va fi nevoie, am spus și mai înainte, este o revendicare sau un deziderat al acestei rezoluții, e posibil să ajungem până la grevă generală.